Что, ребята, вот мой отдых в Сочи проходит к концу. Хотелось бы оставить небольшой отзыв. Как жарко! Включаешь кондиционер. Так холодно! И что делать? Очень жарко, но очень красиво. Побывал, наверное, во всех основных достопримечательностях. Все посмотрел, все объездил. И вообще, мне хуево болит живот. Пучит. Мать моя женщина, подумал я, когда посмотрел ей в глаза, блядь. Каждый раз, когда я засыпаю, я хочу заклеить ей глаза, чтобы она не смотрела на меня. Пожалуйста, не смотри, ну пожалуйста, ну ладно, смотри. На самом деле, да, очень здесь жарко. Да, блядь, ну не смотри, ну хотя бы минуту. Ты можешь, пожалуйста, помолчать, когда... Блядь, она смотрит... Бля, пиздец, страшно. У тебя там было 33 подписчика. Ну что? Я создал тебе новый аккаунт. Не хочу. Там много подписчиков. Да? Ребята, кто еще на меня не подписан, в лайке быстро свайпаем, переходим, устанавливаем, подписывайтесь на меня. Ребята, еще я выложил наконец-то видео с Барселоны, которое я хотел выложить. У меня там кошелек мы украли, свайпайте, только не крадите, пожалуйста, все отдам, только... Смотрите видео новое. Прыщи, пизда. Правда, мне нужна ваша помощь, так что переходите еще на мой ВК, делайте репосты и последние записи, ну, с Барселоны. Я буду заходить к вам, лайкать, комментировать, еще пишите комментарии в YouTube. Мне вы нужны очень сильно. Еще, кстати, первая часть, там еще будет следующая часть из Амстердама, и вообще очень много всего веселого. Так что посмотрите быстрее, все! Я так старался, я так это монтировал. Вы бы знали, у меня столько матов изо рта шло. Пока вы будете смотреть, я еду в Москву. Так что вот это Москва, я ее сейчас открою. Пока, я Москву.